Короче, игра проста. Ходишь на ВСД, левой кнопкой мыши стреляешь. Конкретно у этого героя ЛКМы летят сквозь стены. Он попал. Хорош, хорош, хорош. Дэшка просто накидывает лужи. Она разрастается, и потом ее можно взорвать, активировать. Одну стер нахуй. Ультимейт — это Black Hole. Впрочем, ничего необычного. Black Hole, трех Black Hole. Трех убил, трипл килл! Вот это на мне. Нормально. Еще одну убил. Да. Одна убил. Терна. Рестлик. С самая прикольная билка, но по дефолту это левый шип. Там до хера типов. Я кидаю такую фигню, и она сапает меня с тем местом. Все, кто рядом со мной находится, летят вместе со мной. Поэтому можно и врагов тпшить, и союзников. Я хукаю, достал. Ебать, вот это playable moment. Вернешь? Ой, хорошо, ой. Опа. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Красиво. Для заграммы. Класс. Ой, хорош. Да есть? Как вы видите, мы жестко обузили саб в комбе с айсблоком. Сырник жестко взрывается и фризит всех под конец айсблока, но сама при этом ходить не может. В этом я ей как раз и помогаю. Ну, залетай на шифте ульту, и я тебя подвину так же. Да, так видео забайкал. Ой, нормально. Хорошо. Го-го-го-го. Так, шифт, потом ульты, шифт, потом ульты. Окей. Красиво. Он в шоке просто, смотрите, он не понимает, что произошло. Моя команда, где она? Куда команда делась? Нафига нужны прыжки в игре от третьего лица сверху? Ну вот прыгает он и чё? Нафига это надо? Чтоб на хайграунду запрыгивать? Да, это надо, чтоб на хайграунду запрыгивать. А еще можно на этом глайдере вот так ускоряться. Когда ты на глайдере летишь, ты не можешь стрелять. Если по тебе попадают, то ты падаешь вниз и останешься. Если ты летишь над пропастью, и тебя сбивают, ты летишь вниз, останешься и умираешь от пропасти. Вот, можно разбиться нахуй. Блять. Пожалуйста. Вся надежда на тебя, Кесл. В лейте спаунятся вот такие короны, которые позволяют резнуть всю тиму через 2 минуты или быстрее, если делаешь киллы. Все, 2 минуты, я пойду себе хлеб нарежу пока. 2 минуты? Я сейчас рампагу сделаю, ты прям сейчас резнешься. Резну вас. Всем пока. Изи. Что это такое? Врыв пошел. Не дошли они. Мне очень сильно больно. Я резнул вас. О, что? Я убил. Есть.
Создали, блядь! Создали! Вся команда моя забатила, а я с короной! Я с короной, сука! Корона крепкая! Не, ну я могу тебя сапнуть, конечно. Здесь можно обойти просто. Ну, кстати, пока что можно, да. Там поезд, 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 поезд. Поезд. И проиграл в эту игру. Блять, ты куда? Ладно. Ну нормально. Ебать, его задавило нахуй. Там всех задавило нахуй, да? Надо было. У кого корона? У меня была? Да, да, да. Я корону подобрал, кого-то убил, блядь, все рестались и рестались на поезде, блядь. Да, да. Зона на них. О, блядь, поезд, сука. То его задавило нахуй. Ну, я говорю, там чел бежал по этой хуйне. На поезде. Это на инвиз, босс. Ну, давай поймаем их. Опа! Опа! Опа, видели? Видели, что придумал? Вот этот босс вообще ёбнутый. У тебя телепорт по всей карте бесконечный. Ну, смотрите. Теперь мы можем телепортироваться хоть куда на карте, левой кнопкой мыши по карте нажимая. Ну, я прямо начал пятнулся. Всем привет. Я спрятался. Вот он. Останил. Мне больно. Ебать больно ему. Блять, ебать больно тебя. Ну, мы оба разбились. Можете тэп-аут нажать, попытаться. Тэп-аут на реслку. Это вообще нормально? Вы на разные прилетели. Я ресу, оказывается. И на эту хуйню нету кулдауна, чтобы ты понимал. Что за хуйня? Это тинкеринг абаут. О, Квиди как раз умер. А вилка тинкера, блядь. А у нас еще на ней. Че, куда полетим? Давайте кайджа волос. Ну пойдемте. Блядь, это нормально еще, нет? Это имба, блядь. Я куда взлам. Давайте я взламу. Враги справа. Я им ядерку кинул. Нет, не кинул. Блядь, что-то много врагов. Блять, меня порвали. Бомба. Да, что-то дохуя. Ну вот проблема. А! Попал, жмите. А! Нет. Таким надо, чтобы уронить вообще. Мы нашли проблему этого, этой билки. Мы просто покажемся и умираем в склады. Слушай, им сейчас тут растяжку растянут, прикинь. Им бабло. Вот так, и вот так вот. Все. Мы в домике. Оп, смотрите, смотрите, поймал! Поймал, типка! Он не может выйти, он не может выйти! Блять! Да, вот эти типы, да. Я столкнул. Я убил. Я удачно залетел, но меня снайпер что-то убил. А, я умер походу. А, а. О, ебать! А на этом герое шторме вся суть в прыжке. Когда настакиваешь молнию на челике, то прыжок сквозь него наносит дофига урона и не уходит в КД.
Жизнь на этом героя можно прикольно нарезать. Вы просто нахуй не представляете, как меня заебли мои одноклассники ебучие. Чтоб вас, блядь, перехуярило нахуй поездом в смятку, блядь.